капитальному ремонту автомобильного моста через Увать в Комсомольском районе подрядчик приступил в конце прошлого года. На данном объекте уже забетонирован, добиты сваи дополнительные, вот, и сделаны забетонированные насадки, вот, смонтированы балки. Работы ведутся по половине моста. Впереди укладка выравнивающего слоя, гидроизоляция асфальта. Позже здесь появится барьерное и перильное ограждение. До конца мая левая полоса путепровода, та, что ведет в сторону Ярославля, будет почти готова. Мостовики заявляют, можно было бы возводить быстрее, если бы не реверсивные движения и постоянный высокий поток машин. Ход работ в понедельник проверило руководство Департамента дорожного хозяйства и транспорта региона. Мост построен в далекие 70-е, 80-е годы. Мост пришел в негодность. Дорога это у нас высокоинтенсивная. Движение здесь более 10 тысяч автомобилей в сутки, причем движение грузовое. Поэтому в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы приступили к капитальному ремонту данного мостового сооружения. Работы ведутся в две смены, можно сказать, круглосуточно. Сложностей с проездом автомобилей, говорит подрядчик, не возникает. Движение автотранспорта регулируется с помощью светофора. К концу лета мост у Песцова планируют сдать в эксплуатацию. Всего в текущем году в регионе запланировано восстановить еще 5 мостов. Это в Лежневском, Гаврилово-Посадском, Ильинском, Лукском и Палевском районах. На двух объектах подрядчик приступит к работам по завершении паводка. В этом году также начнут строить новый мост через реку Чернавка на дороге Авдотина, Беленицы, Курьянова. Владимир Еремин, Денис Железов, телекомпания «Барс».